17 августа 2020 года. Вот подъехали мы к пруду на Малой Куликовке. Я решил зачем-то снять левый, нет, правый отрог пруда. То есть там у нас плотина, пруд расположен углом или как рогами. И вот такой овраг. И вот здесь начинается правый отрог пруда. Правая его ножка. Интересное место такое, потрескавшаяся земля. Вообще местность очень красивая. Пруд на Малой Куликовке. Местность очень красивая, сосны, деревья, травка. Написано в интернете, что это пруд рыбоводческий. Но мы сюда приехали не рыбу ловить, а с туристической целью. И следующее видео я буду снимать уже на плотине. Вообще природа у нас замечательная. Прекрасная просто. Такое место экологическое. Если бы не постоянно летающие кукурузники с планерами, вообще было бы такое впечатление, что где-то далеко находишься. И вот дорожка такая. Не знаю, слышите вы, нет. Как летит самолет и тянет планер. Далеко не видно. Замечательно. Ну, следующее видео уже будет на плотине.